продолжаем рассказ про математический институт. И сейчас я покажу, как выглядит столовая в мат-институте. Вот она, видите, это вот уровень земли. И столовая находится на минус первом этаже. Она всегда открыта, но там не всегда продают еду. Только в определенное время. А так здесь можно прийти с чем-то своим, посидеть, покушать спокойно. Вот. Вот это, собственно, сама столовая. Людей здесь не очень много. Вот. Как в столовой? Берешь поднос, накладываешь еду, вернее, тебе помогают это сделать. Тут вот касса. А потом просто идешь, садишься за какой-нибудь столик. Вот это лестница наверх. Там находятся входы в лекционные и учебные комнаты. Здесь уже не обеденная, а учебная зона, где люди могут посидеть, что-то почитать. И вот, если посмотреть вверх, то видно, как выглядят верхние этажи мат-института. Вот там всякие переходы, мостики. Такая вот интересная стеклянная крыша. Сейчас мы в комнаты пока в учебную не пойдем, потому что там идут занятия. Сходим туда попозже.